Раз. Проверка микрофона. Проверочное слово коматоз. Проверочное слово коматоз. Коматоз, проверочное слово. Проверочное слово коматоз. Коматоз, проверочное слово. Проверочное слово коматоз. Коматоз, проверочное слово. Слышно ли меня? Проверочное слово коматоз. Проверочное слово коматоз. Коматоз, проверочное слово. Проверочное слово. О, проверочное слово прошло. Итак. Фиксин ТВ. Выпуск 98 от 28 марта 2015 года объявляется открытым. Сегодня у нас к эфиру подготовлен, блядь, желтый полосатик. Нихуя не видно. Блядь, что ж он так хуево пока. О! Сука! Фокусируйся, блядь! О! 1228 рублей за килограмм, прикиньте. Теперь на мне фокусируйся. Так, плана у нас практически нет, но кое-какие заметки есть. Буду по мере. Давай пиво неси. Пиво у нас сегодня элитное. Только она зачем-то этикетку оборвала с него. Кронинбюрг, кто не знает. Пиво у нас Кронинбург. Итак, ладно, давайте сначала выпьем, а то трубы горят, а потом продолжим нашу интересную беседу. Чем мне нравится полосатик в хуторке, тем, что он такой желтенький, не вонючий, не подпорченный, свеженький, наверное. Вот, Анка, принеси мне, пожалуйста, шорты. Я же не могу в трусах вести Фиксин ТВ. Как я? Понял. Ну, кинь мне, я не могу выйти. Это от недосыпа синяки. Ладно, сейчас я слазаю за шортами. Осенью в дождливый хмурый день пролетел над городом олень. Анка будет смотреть свои восточные ночи. Свой сериал. У нас санк идет война до победного конца. Сегодня днем я разбирал свои документы, которые накопились в папке разобрать. Пока ее не было дома, она по магазинам шляла. Она пришла, говорит, ну-ка прекращай это все. Помешала мне разобрать документы. Я так и не разобрал открытки и письма. И так и остались в зеленой папке разобрать. Поэтому мы с ней будем воевать теперь до победного конца, пока ее не прогну полностью. Пока она безоговорочно не капитулирует, по моим условиям. Возможно, у меня круги под глазами прошли, потому что я на этой неделе экспериментировал с ранним вставанием. То есть я ложился рано и вставал рано. Так. Кстати, намного лучше встается. Я вот, например, ложился в 22, вставал в 6. На следующей неделе я пойду в бассейн. Буду ходить раз в неделю в бассейн.
Вот, справка уже есть. Думаю, со вторника. Может, с другой дня недели. Ну, короче, раз в неделю буду ходить с утра. Вот. Интересно, смогу я проплыть километр? 2 года уже бассейн не посещал. Посмотрим. Бассейн 400 рублей стоит. Анка аж цокнула. Нихуя себе, она сказала, 400 рублей. Ну-ка пиздуй в лес бесплатно. Набег трустой. Да, я в басик за свой счет. Надо, надо походить, подвигаться. Вот, а теперь перейдем к финансовой части. Она у нас довольно печальная. Я посчитал, что у меня в месяц на житуху остается 59 тысяч после выплаты всех кредитов. Ну, как бы не так уж и мало. На жачку из них уходит 30. Остается на все остальное 29 тысяч. Не так уж и много. Так что да, я фекалии не фотографирую, вы уж извиняйте. Да мне бассейн нравится сам по себе, тонизирует. Крым летом, но Анка меня сегодня удивила. Ну не сегодня, а вообще удивила. Говорит, что в принципе, учитывая наше финансовое положение, можно это лето пропустить с морем. Да, кто тебе это сказал? Ты. Что, вообще что ли? Ты сказала, может мы не поедем никуда? Мы поедем, но только не волнуйся. Все-таки я ошибся, она хочет на море. Потому что придется нам на море ехать. Так что нужно только в кредит. Ну, значит, 30 тысяч билеты, 35. Снимем там квартиру посуточно. Анка будет готовить жрать. Ее выбор. Пошу танцевать, мы потом определимся. На море можно взять кредит, в принципе. Ну или сэкономить. В принципе, 50-90 тысяч, если откладывать. То сейчас какой месяц? Март? Апрель, май, июнь. 3 месяца. Это надо по 30 тысяч откладывать. Mm-hmm. Не, без кредита не получится. Вот. Так что придется брать кредит. Ну, в принципе, небольшой кредит. 100 тысяч. Не больше. Главное доехать до моря, 35 тысяч. Хата там 15 тысяч обойдется. И жрачка 15 тысяч. 35 плюс 15 плюс 15. 65 тысяч. Бюджетненько. 80 впишемся. Да, мы уже, я с Анкой обсуждал эту тему. Нам налаживать питание, надо брать с собойки, чтобы экономить по 250-300 рублей в день на бланчах. Ну и завтраки, соответственно, каждый день должен быть бутерброд
чтобы не жрать блины. Хотя блины недорого, 100 рублей всего. В принципе, они неплохо тонизируют, сколько. От блинов я бы не отказался. Вот, но сейчас еще особенность моего финансового положения специфична в том плане, что у меня нету никакой подушки безопасности. То есть у меня нет кредита, куда я могу залезть. Я специально закрыл. Предусмотрительно. Поэтому сейчас, если понадобятся деньги, то только в ломбард. Благо золото парковое есть. И мое обручальное колечко. То есть 10 тысяч можно в ломбарде стрельнуть до зарплаты. На крайняк. Будем стараться жить экономно. Начиная с следующей недели. Никаких бланчей и никаких завтраков. Золото парковое не могу продемонстрировать, потому что оно может привести к ее деанону. Поэтому нет, нах, нух, наф, наф. Так, что у нас небольшой план? Со мной вступила в переписку по выбору. Ну, сначала по мамбе, потом по выберу. Одна тёлка из Калининграда. Ей 45 лет. Она жирная. Хочет трахаться со мной. Ну, я предложил. Секс будет? Она говорит, да. Мне проще подработать с программистом 1С. Я, кстати, на этой неделе взял подработку. Там один проектик был. На 18 тысяч рублей. Это 12 часов по 1500. Вот на следующей неделе сделаю его. И, глядишь, прорвемся в этом месте. Вот, но все равно на море без кредитов не получится. Надо уже сейчас искать кредит где-нибудь. Хуй знает где. Он опять будет в банке подавать заявление. Опять, может быть, хомик. Ходить с их грабительскими процентами. Ну хз, хз. А, так что с Калининградом? Билеты стоят 10 тысяч. Я не смогу доехать за свой счет. Так что если хотите, чтобы я трахнул жируху, скидывайтесь на Калининград. Заодно я предложил своей первой жене там встретиться со своим этим первым сыном. Правда, он говорит, так вам до занимается. Может, отпиздит? Ну, я думаю, не до смерти. Не, ну я не против трахать баб за деньги, только кто же согласится. Блять. Ну и потом, я же не могу совсем жирных трахать. Вот так можно скоро и импотентом стать от того, что, блять... Когда наверное, проститутов заказывают жирные бабы, которым обычные мужики не хотят трахать. Всякие единицы и двойки. Да, вряд ли. Я думаю, его бывшая жена воспитала достойным гражданином. Ну да, будет тэквондо против бульбадо. Видишь, я нотариус. У нотариуса нельзя оформлять деньги в долг под процент. Только просто деньги в долг. Архашастер, я тебя сейчас забаню. Конечно, о танке. Жена не слушает, она смотрит сериал «Восточная ночь». Хотя нет, сейчас в данный момент она смотрит Инстаграм без наушников. Сегодня просто праздник какой-то. Баним всех. Да, что это выдуманное? Ну какой же я спонсор?
У меня денег нет. Сам живу на 59 тысяч в месяц. Ну, для провинции, может, это неплохо. 59 штук. Ну, для меня маловато. В смысле, финстатус не учитывает отдых. Я еще не брал кредит на отпуск, поэтому финстатуса его нет. Кстати, доллар. Доллар. Грязная зеленая бумажка. Жду с нетерпением понедельника, вторника, чтобы посмотреть, что будет с долларом. По мне, так он хорошо падает. Достойно падает. Я бы сказал, граждане бегут в банки сливать говнобаки, менять их на рубли. Но если я куплю путевку, соответственно, долг мой увеличится. Но если я куплю путевку в рассрочку, то долг сразу не увеличится на сумму путевки, а будет увеличиваться только тогда, когда я буду эти деньги выплачивать. 70 будет, да неужели? Мацгады в ветке появились. Доллар будет падать. Минимум до 45 скоро. Когда-то я потратил 65к рублей. 65к рублей я потратил в ноябре прошлого, в октябре прошлого года. Дурилка. Это не свежая путевка. Идиоты. Да ты что? Доллар был когда-то сильной валютой. Сейчас у доллара такие проблемы, что скоро ему наступит полная и безоговорочная труба. Срок жизни доллара на самом деле сейчас зависит от Китая. Когда Китаю надоест, вернее, когда он посчитает нужным, он его совет, и плакали ваши зеленые денежки. Борцова, ну что ж так проспала? С тебя штрафная. С тебя штрафной отсос. У меня нет проблем. Ну, у доллара одна проблема. Его слишком много. Вот в чем его проблема. Его слишком много напечатали. А что по нафу-то? Просто я смотрю, человек был сначала вменяемым, потом стал каким-то неадекватом. Поэтому я написал историю его деградации. Но у меня в Аське была история. Ничего не стоило взять, выложить. Были бы нормальные фанаты, они бы каждому выпуску сами бы дайджесты делали. Даже офлайн посмотреть и написать дайджест несложно. А так все ленивые, блядь. Я вам тут пиши, а вы там, блядь, на печи лежите и не шевелите своей жопой. Кстати, посоветуйте какой-нибудь видеоредактор, где можно морды замазывать. Блядь, Sony Vegas заколебал. Сложно. Чем попроще. Неужели ничего не придумано? В данном году, в этом году, мой Руслан вступил в такой возраст, когда ему очень нужен мое внимание. Я постоянно с ним играю, там что-то занимаемся, поэтому не могу уделять много времени честным дологам. Я вот выделил для себя 2 дня в неделю, когда я могу вообще дома не присутствовать вовремя. В остальные дни я прихожу дома вовремя, играю с ним до умопомрачения. Вот, пока он не заснет. Да я и так тестировщик борделей. Вы мне главное в секс за ваши башляйте, и я буду их тестировать. Кстати, хотел в эту пятницу пойти к тёлке, к феечке. Деньги снял с карточки и все такое. Но нужно было купить справку в бассейн. Поэтому как бы не получилось по времени.
кто такая Настя Тураканова? Купить быстрее, чем сделать. Вообще не знаю, где сейчас можно сделать. Я у нас в каком-то волосатом году пришел в медцентр, где делали справки для водителя. Наверное, для приличия. Прогнали по врачам. Мне даже никто не смотрел, просто каждый поставил свою подпись. И все. А в следующий раз, когда я пришел, тоже справки, я уже готов был там уже проверяться, все, она мне просто бланк выдала, заплатил ей 400 рублей. И все. Так что, не знаю, вообще. Малибу бы, конечно, я бы всех трахнул. И Малибу, и Пескун. Все бы трахнул, конечно. Даже не сомневайтесь. Вот. Так что на следующей неделе я поставил себе в планы уж точно эти потратить деньги овсова, чтобы они на мне не висели долго. Ну, посмотрим. Может еще какую-нибудь фею с видео чпокнем. А их таких не найдется. Чпокнем на 4600 две обычных феи. По 2300. Анку я качественно удовлетворяю. Она не жалует. Кончает только так. Нет, транса бы не трахнул. Я строгий гетеросексуал. Так вот, с Кёнигсбергской я поеду только если каловая масса скинутся на билет. Могут просто купить билет без проблем на выходные, на любой уикенд. Вот. А, так что, в Кёниге еще можно в качестве бонуса, да, встретиться с первым сыном и устроить кёнигский фаната фиксофест. Тем более, что меня там много народу знает. Я там жил 3 года. Подтянулись бы старые друзья там и так далее. Не, ну я бы не отказался трахнуть первую жену, но она уже замужем, во-первых. И потом она не тех моральных взглядов, чтобы со мной трахаться. Вот. Что меня NAF сделал под NES? Я же гений. Дайте мне ссылочки на разработки NAF на инфостарте. Я посмотрю и скажу, сделал он меня или нет. Так. Вот. Кстати, раз мы зашла тема об 1С, то оказывается, что Фриц Морган, он 1Сник. И, по-моему, он из Питера. Прикиньте, а он 1Сник, а я тащусь. Все-таки рыбак рыбака видит издалека. Фриц Морган из Питера. Да, дружба Альгуни с подлогришей была, конечно, то еще темой. Ну не понимаю, что Альгуни себе цену набивает. Если она дала такому чуваку, как падла Гриша, то мне сам Бог дать видел. Я уже на порядок качественнее падла Гриша. Вообще, если толка дает падла Гриша, это уже диагноз. Полная невостребованность. Я считаю так. Ну, с подлогришем мы пересекаться в реальном мире не будем больше, потому что он проявил себя конченным мудаком. Так что с подлогришем это уже все. Точно так же, как и Чморш, и Ванюша. Какие там еще были хейтеры. Но он не работает, он пишет, что он знает 1С, в своем блоге написал, я удивился. Как
конечно, от водки потенция не прибавляется. Потенция может прибавиться только от чего? От секса. Надо чаще тренироваться, тогда хуй будет лучше стоять. То бишь, чем больше трахаешься, тем лучше стоит хуй. Член. Она смотрит сейчас. 76 человек. Да только первая бутылка, блядь. Наф, ну в чем ты меня можешь сделать? Ты ничтожество 1С. Тебе надо было ник не ненавижу 1С сделать, а ничтожество 1С. Вот больше был бы для тебя подходящий ник. Ты всегда был моим падаваном, моим Сальери, а я в 1С как Моцарт. Меня все знают на месте, на инфостарте, как Моцарт 1С. Я придумал столько гениальных вещей, которые тебе не снились. Это и выгрузка базы RIP отдельным способом. Это и волновое перепроведение партий. Нафиг, блядь. Мало ли вещей было гениальных. Это и дерево Осипова для построения отчетов. А что ты придумал? Что ты добился? Ты ничтожество. Моцарт был гений, а мы не гений 1С. Можно, конечно, переиначить как Моцарт 1С. Но уже поздно. Моцарт там кто-то занял них. Не, честно, давалок я учитываю в Excel. Да, аватар, да? Видите, какие у меня коробочки есть из фикс прайса. А вот сейчас покажу коробочку, где хранятся мои денежки. Я коллекционирую монетки, нумизматика. Если у вас есть монетки, присылайте мне голубиной почты. Или приносите на фиксафест. Вот, я хочу себе купить альбом для монет, но так как сейчас у меня небольшой финансовый кризис, я пока прекратил покупки вообще вещей из Китая. Мы чисто боремся за выживание пока. Нихуя нового не покупаем, только ждем. Я всегда знал, что Гриша пидорас. Вот он сейчас проявил себя этим. Зачем мне самогон? Ну, блять, от башлями за Нижний Новгород я на уикенд приеду, трахну там пару местных феич, устрою фиксафест. Давай, скидывайся всех за ваш. Вообще, кстати, если кто-то хочет видеть меня в своем городе, скидывайте всех за ваши. Я прилечу. Или приеду на поезде. А насчет... С финансами я говорил, с финансами все жопа. Но жопа не такая, из которой нельзя выбраться. Просто жопа. Такая не страшная жопа. Я бы сказал, жопочка. Такая эротическая жопочка. Вот, культурная. Я думаю, мы прорвемся. Сегодня какое число? 28 марта. ЗП будет числа 17. Нам нужно прожить 19 дней на 13 тысяч. Блять, без ломбарда будет хуёво. Я считаю, 18 тысяч приработка могут не спасти. Не, это лично мой кризис. Я просто много кредитов оплачу. Я раньше перекидывал с карты на карту, а сейчас вот оплачу много кредитов. Вот, ну гульнул немного в прошлом месяца. Сейчас подтянем пояс. Не, бабы на размер моего члена никогда не жалуюсь, потому что 14 сантиметров вполне нормальный хуё. Анка, скажи, 14 сантиметров нормальная длина хуя? Ну что ты задумал, блядь? Скажи, что Ашота длиннее, блядь, ну чё ты? Ёпту мать. Сама ржёт. Наверное, у Ашота длиннее, раз ржёт. Сейчас я на неё камеру поверну, увидите, как она ржёт. А вы местный кефир пробовали?
называю себя гением. Я являюсь действующим гением 1С. Действующим. Член клуба. Шлюха с блинами? Что за шлюха с блинами? Я такую не знаю. Вот сколько осталось желтого, сука, волосатика. Много? Вообще, я заметил, что я спиваюсь. Вчера я пил пиво под кино, сегодня пью пиво. Вообще, даже не, блядь, забацал фильмотеку, но все равно не знаю, что смотреть. В чем? Я в программировании вуфил. А ты, наверное, крут? Ну расскажи, в чем ты крут, Наф-Наф, блядь. Ну я хочу узнать, в чем ты крут, блядь. Ну расскажи про свои гениальные обработки, про конфигурацию 1С ненавижу. 1С двоеточие ненавижу. Блядь, блядь. Не, я люблю фильмы смотреть. Вот, блядь, у меня заноза от желтого волосатика. Сейчас я попробую вытащить. Кстати, у меня ногти немножко отросли. Посмотрите, блядь. Видите? Надо бы постричь. Вот. А на ногах так вообще пиздец. Пиздос полный. О, видите? Там ногти вообще пиздос, пиздрис. Я их вообще обрезаю на работе в туалете. Потому что дома Анка не дает мне их обрезать. Мне приходится на работу приходить, садиться на толчок. Нет, на толчке я не сажу, я всегда сру в полуприседе. Вот у меня жопа вот так над толчком висит. И я откладываю личинку туда. Не касаясь. Потому что, ну, гигиена там, соображение, все такое. Ты меня не задел. Я просто реально хочу понять, вот, что ты пытаешься краснодарским мачо доказать мне, блядь. Ты, кстати, размножился там со своей женой? Или так еще пока и живешь в своей ипотечной конуре? Да, гордым орлом я сижу на толчком, сру, попадая в личинку. Кстати, у меня радость. Я нашел карточку Малина. Вот карточка Малина. Основную карточку. У меня с собой таскал дополнительную карточку. Ну, там для скидок. Ну, думаю, типа, если дополнительно потеряю, то будет основная. Вот она, основная. А вход в интернет-кабинет только по основной. А номер основной я не знал. А вот сейчас я нашел, теперь смогу зайти в интернет-кабинет и что-нибудь получить, какие-нибудь скидки, может быть. Там же уже за кучу лет накопилось, наверное, много баллов. Вот, наебалов там, баллов много, наебалов, да. И я их как бы потрачу и куплю что-нибудь этой рыжей мудиле, какой-нибудь подарок, блять. Фиксиненок, когда будет, сложно вопрос сказать. Вот, я вообще думаю, что Анка уже не родит, потому что она мразь. Поэтому, скорее всего, придется жить на две семьи. То есть, завести себе еще одну женщину. Ну, желательно с квартиры, конечно, вот. И родить с ней двое детей. Время буду делить в семье пропорционально количеству детей. Вот. То есть, если эта новая жена мне родит двоих, то буду поровну делить. Если одного, то, соответственно, в моей семье будет больше. Такие дела. Ну, посмотрим. В принципе, у меня еще до 50-10 лет есть. Вообще, пятилетка следующая будет показательная. То есть, я до 45 лет не рожу. А никого, вот это все пиздрикс. Останется у меня только вот такие мои наследники. Четверо детей у меня есть. Это не будут моими наследниками. Да. Вот. Я не мусульманин, я атеист. Я верю в мир Дембеля, который меня ждет после жизни. Я, кстати, сейчас опубликую пост про мир Дембеля. Я написал статью на сайте на своем. Про мир Дембеля. Ну, возьми себе, поставь на зарядку, ёпту. Поставь по телефону. Ну, поставь ты, ёпту. Поставь. Анке не хватило зарядки, чтобы посмотреть сериал. Этот, блядь, Lenovo планшет слишком быстро разряжается. Сука, блядь. А вот у меня, кстати, моя жуйка. Я здесь, у меня есть три аккумулятора зеленых. Я их по очереди заряжаю, вставляю. Очень удобно. Разрядился, вставил аккумулятор, блядь, сука, и забыл. А раньше мне приходилось с проводами ходить, там дома лежать с проводами. Сейчас я про это все благополучно забыл. Аккумулятор разрядился, я его вытащил, новый вставил, блядь. У меня три аккумулятора. Правда, один из них, он у меня помечен маркером таким черным с черепом. Он, сука, иногда разряжается. То есть, вот, например, щелкаешь, он хоп, разрядился. Хотя он полный. Ну, то есть не разрядился, у него, наверное, питание пропадает. Или это контакт плохой.
Но, в принципе, я его использую. Но когда иду к честным давалкам или феям, я его, в общем, соответственно, меняю, потому что он не очень надежный. Ну как, у меня Русик, два сына, первый от первой жены, второй от второй жены, потом дочка от Анки и дочка от калининградской тёлки. Вот мои дети, четверо детей. Ну, потому что у нас с женой война, господи, что нам делить-то, что нам уважать друг друга? Зачем мне телефон нормальный покупать в кредит? Вот у меня, кстати, вот эта жуйка, я читал в интернете, что «Ой, блядь, заебись, блядь, аккумулятор 4000, блядь, нет, 3000, блядь, пиздец, аккумулятор, блядь, нихуя, блядь, мне хватает на полдня максимум». То есть я вот на выходных утром включил, и все, пиздец, вот к вечеру придется поменять. То есть на полдня. Но у меня три, зато их так как-то не очень напряжно менять. У меня вот дома есть такое зарядное, блядь, сука, устройство. Сука, блядь, зарядное устройство. Вот такое вот, очень элегантное, красивое. Вот видите, оно универсальное для любых аккумуляторов. Я им даже заряжал аккумулятор для Дуги Валенсия. Вот такой вот аккумулятор я привез из Китая для Дуги Валенсия. У меня Дуги Валенсия, она от батарейки не заряжается. Она заряжается только, сука, блядь, вот если аккумулятор зарядить, она работает. То есть я хочу отнести ее в ремонт. Может, там починят рублей за 500. Ну, чтобы она нормально заряжалась, тогда будет запасной телефон. У меня будет запасной телефон Дуги Валенсия и Fly, вот этот, который я большой покупал. У меня лежит как запасной телефон. Как-то так вот, если от телефона. У меня просто действительно много энергии тратится от аккумулей. Вот Wi-Fi там, тем более, что жуйка очень хуёво жрёт Wi-Fi. Вот если я Wi-Fi отключаю, ну нормально. Я даже специальную программу написал Llama. Ну не написал, а использовал Llama, которая отключает мне Wi-Fi, когда я ухожу из дома. Да, мы белорусы такие. Мы белорусы с братнею Русью разом шукали к счастью дорог. Гордо жувіюся в светлые выси стяг, перамоги родины стяг. Так, просит меня ставить карандаш. Анка, где второй карандаш? Почему ты не обеспечила мне достаточное количество карандашей, блядь? Только почему мне ничего? Вот, возьми. Ничего, ставит. Целая коробка. О. В одном ухе маркер, в другом карандаш. Я, товарищ Фиксин, навеки я ваш. Русику в школу в следующем году, не в этом. Чё? Чё тебе надо? Все и так посчитать могут по дате рождения. Чё ты нервничаешь? Майдана в Беларуси не будет. Лукашенко не позволит. Потому что Майдан — это просто способ насильственно передать власть США. Вот и все. Сейчас на Украине кто правит? США. Вы думаете, сейчас правят украинцы? Да они в гробу видели, блядь, эту власть. Они там голодают, сука, блядь, вымирают. Вот они этого хотели. Там в Киеве их ебут, бьют, насилуют, грабят, машины сжигают. Расстреливают, блядь. Что пиздец какой творится на Украине. Вы думаете, они этого хотели? Нет. Ну, блядь, Майдан, вот это типа западная такая оранжевая революция. Ну да ладно. В Беларуси голодомор сомнительный. Батька не даст. В Швейцарию? Да ну нахуй мне Швейцарию. Хотя, если бы мне кто-то бабло предложил, я бы жил где угодно. Даже, блядь, в Мухосранске. Главное, чтобы бабло было и не нужно было за него работать. Это мечта любого идиота, мечта программиста там и так далее. Так, Generation, не тупи, блядь, пожалуйста, хуйню свою. Ой, блядь, что-то у меня уже чешется. А ухи? Ладно, посмотрели немного и хватит. Вот. Так, на чем мы там остановились? О, блядь, главное не забыть время танцев. А ведь время уже к танцам подходит. Время танцев. Так, я сказал, что на следующей неделе я трахаю фею из фонда «Секс за ваши». Да.
Вот. Может, кстати, парковая встретиться со мной отдаст мне 10 тысяч. Тоже бы было бы неплохо. Она там как-то в фоне проходила. СМС-ка мне писала. Нет, педиком я не соглашусь стать. Лучше смерть. Даже во имя спасения Беларуси. Так. В порно, конечно, я бы согласился бы сняться без проблем. Но у нас порно снимает только Эротела. А в Европу ехать сниматься это надо, блядь, с визой оформить. Не, ну можно, конечно, что-нибудь. Можно. Там почпокать чешечек хороших там. Или полечек. Подавать им в рот, покончать им малафьёй, блядь, на их милые личики. Да. Нет, Анка не пойдет работать, когда Руслан пойдет в школу. Generation, еще раз назовешь моего Руслана неадекватно, я тебя забаню, мразь. Так, Понял? это... Generation. Просто... Давай баню. Все, баню. Бань. Баню. Вот. Баню. Ага, да. Вы должны понимать, что я это я, дети это святое. Вот. Я как Сталин. Жестокий, но справедливый. То есть, если вы уважаете мою семью, я никого не баню. Я клоун, да. Я могу прикалываться там надо мной. Вы кто же клоуны? Вот мы там у нас клоунады. Но моя семья это свято. Вот. Так, ладно. Дэнс, Анка, тебе пора пиздовать отсюда. Под что мы сегодня танцуем? На табуретку идем. На какую? На какую табуретку? Встань, лучше рассказывать стих. Какой стих, нахуй? Я танцую. Еще ничего не знаю. А я разве не танцевал под нажми на кнопку, получишь результат? Я поверну камеру так, чтобы тебя там не видно было. Несцы. Ладно, давайте нажми на клитор, получишь ты оргазм, ты, твоя мечта. Да, точно. Да. Ну-ка. Технология. Раньше надо было просить, блядь, в комментариях про ЖЖ. Нажми на клитор, получишь ты оргазм, твой оргазм осуществи.
мой длинный пенис. Зовет тебя к себе. Бе-бе-бе-бе. Свой пенис, получишь результат, и твоя пизда ко мне стремится. Налей кофе, получишь результат, и она тебе в номерах приснится. Ну как вам мои танцы? Вы считаете, я жирный? Где же я жирный? Это же не пузо. Смотрите, какой бицепс. А давайте-ка я, суки, отожмусь при вас 15 раз. Скиблю, тварь. Ну-ка. Зацените-ка, блядь, форму физическую фиксина. Нахуй, блядь. Раз, два, три, четыре. 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, блядь. Вот так вот. Как с куста, без проблем. Да, блядь, фиксин собака mail.ru, ёб вашу мать. Ничего, было время, я отжимался 100 раз на каратухе, а подтягивался, по-моему, 20-ку. Да, в 9 классе. Вместо приема сегодня были отжимания, блядь. Я вам сейчас только, блядь, железный. Какие бланки? Бланч? Да ладно, бульбадос завершит наш эфир. Так и быть. Да я не дробил монолит хейтеров. Просто они же по жизни они мудаки, понимаете? Поэтому они вечно ищут до кого бы доебаться, лишь бы не остаться наедине друг со своими личными проблемами. Потому что им страшно лезть в лицо, в зеркало смотреть и видеть свое отражение. Поэтому они доебываются до того, до кого могут дотянуться их руки.
Да, вот в жизни так бывает, что хорошие люди связываются не с теми контингентом, но это лишь говорит о том, что человек слабый, поддающийся влиянию. А значит, говно человек. Вот я, например, человек сильный, уверенный в себе, блядь. Я же не поддался на провокации, суки, бляди. Пивко пил. А ты что, только что пришла, Куба? Да успею, еще 8 минут до коротухи. Троих девок? Ну, блядь, я не знаю, надо пробовать. Под сиалисом-то что не потянуть? Под сиалисом-то можно и десятерых, блядь, натянуть. На пейнис. Кто такой Слава Байкер? Я таких не знаю. Не... Ну, блядь, меня как-то снимали в Fixing Joint Sex. Я не стеснялся. Ну, блядь, Виагра — это короткое действие на 3 часа. Сиалис — это уикенд. Мне Сиалис больше нравится, чем Виагра. Почему-то. Вот я и то, и другое пробовал. Ну, как-то он незаметно превратился в подлогришу. С говнячком человек оказался. Да похуй как-то, сколько там людей. Вот, даже если не встанет, мне не стрёмно, блядь. Ну, бывает не встает, бывает встает, ёпт. Кстати, я видел в этом, в питерском порнухе, там в Питере снимал пряничников. Там такие уроды были. Старый какой-то, блядь, дедуля такой, блядь. Вот. И даже про него порно сняли. Ну, аж про секс-гуру Фиксина сам бог велел снимать порно, блядь. Потому что я бог порно, я бог ебли, блядь. Я выебал 170 честных давалок, блядь. Или сколько там уже? Надо посмотреть счетчик в Excel, не помню. Короче, я гуру секса, блядь. Я мастер соблазнения, блядь. Некоторые пикаперы, блядь, научились снимать тёлочек и ушли из профессии, потому что они получили все, что хотели. Им уже дальше было интересно. А мне до сих пор интересно, блядь. Для меня каждая новая пизда – это открытие. Влажная, нежная киска, отдающаяся тебе, идущая навстречу честная давалка, это, блядь, такой кайф. Это любой охотник, блядь, вам подтвердит, что это, блядь, круче, чем завалить кабана ночью, блядь, или с утра. Подстрелить утку, блядь, в период их гона, блядь, или за серева подстрелить, блядь, пиздец. Да. Ну, помою, конечно, под брижки. Ой, помою под брижки, побрею под мышки. Блять, Анка, зачем на меня волком смотришь? Что врать-то, блядь, не надоело, Ирина Васильева? В чем я вру, тварь глупая? Я, блядь, про баб все говорю как есть. Потому что мое хобби. Ну, нахуй там нумизмату говорит, что он видел марку, которой нету в природе, блядь. А? Нахуй охотнику рассказывать, блядь, как он видел там белого оленя пятнистого, не, в черную полосочку, если такого в природе не существует. Да? Я лишь рассказываю о том, вот как я, блядь, простой программист 1С, вот ни разу не пользующийся успехом у женщин, тем не менее, смог за свою карьеру оттрахать 170 честных давалок. Ну просто терпение, труд, все перетрут. Главное, чтобы было к чему стремиться. Вот, если тебе нравится заваливать честных давалок, входить в их нежное лоно, блядь, своим 14-сантиметровым членом раздвигать их половые губы, то, блядь, главное приложить необходимый максимум усилий. Вот. И ты в этом деле становишься профессионалом. Ты можешь ходить на стрелки и получать от этого кайф. Это даже не работа, это не напряжение. Ты пришел на стрелку, блядь, обломал ее с выбором кексов и пирожных, просто предложил ей голое кофе или даже чай на двоих, сидите, пьете, наслаждайтесь процессом. Вот. И процесс неизбежно приведет когда-нибудь к ебле. Каждая десятая честная давалка, которая пришла на свидание, раздвинет ноги, потому что у нее чешется, просто у нее гон. Вот такие дела. 14 сантиметров, блядь, да пидорасы только думают о длине члена. Бабы вообще, член по боку. Все мои бабы были довольны моими 14 сантиметрами, их больше вообще их заводило, вот что вот я такой вот весь умный, блядь, а у меня IQ так и прет, блядь. Природа им подсказывает, заводите детей от этого мужика, он же, блядь, охуенно умный, блядь. Вы что, не видите, он гений, блядь. У него IQ, блядь, как у Эйнштейна, блядь. И они это видят, и у них, блядь, раздвигается, у них течет все. У них там, блядь, уже по лону, из лона течет, блядь, по бедрам.
У них же говорят, войди в меня, Серёжа! Войди в меня, да! Давай. И они говорят, да! И я такой, 15 минут на ними. И кончаю, блядь, пиздец. И даже не думаю об их оргазмах. Нахуй надо. Ну, если это, конечно, одноразово. Если потом уже вот такие люди, как болгарка, например, и другие женщины, я, конечно, уже отношусь к сексу как к искусству. Потом уже и оргазмы получаю, и разные позы, вот, и 6-9, и так далее. Ну что, 3 минуты. Бульбадо. Бульбадо, бульбадо, бульбадо. Когда ты делаешь железную рубашку, то тебе обычная рубашка нахуй не нужна. Как бы такой вот принцип японского карате, который белорусское бульбадо полностью поддерживает. И нисколько его не отрицает. Поэтому... карате 1.5 года. Только после года ко мне пришло понимание необходимой резкости движений. То есть суть в чем? Вот ты когда делаешь, слышишь звук? То есть вот ощущение того, что это действительно удар, что он начинается и резко идет, как удар плетью. В этом суть бульбадо. Тройной удар. Четверной удар. А шестерной. Блядь, как-то страшно. Да, что-то... Шестерной. Я даже не пробую. Ладно, закругляемся. Железная рубашка. До трех. Выключай, сказала. Выключаю. Пока.